oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart. God love. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами я, Виталий Вит, и вы находитесь на канале Русский Симрейсинг. Итак, мы продолжаем с вами рубрику, которая мне что-то прям в последнее время понравилась, которая называется «По заявкам телезрителей». Сразу в начале видео хочу сказать для тех, для кого не существует автосимуляторов и вообще гонок, кроме как кассета Корса, переключайте канал. Значит так, а сегодня у нас поступила заявка следующая. Человек, походу, захотел остаться инкогнито, так как все письма приходили его ко мне в спам. Ну, если он как бы захочет, то с удовольствием может подписаться под этим видео в комментариях, и я как бы в следующих видео его озвучу. Мне как бы очень понравилось его предложение, чтобы сделать вот такую, можно сказать, красивую гонку. Он откуда-то знает, что я поклонник, страстный поклонник игры Shift 2 Unleashed, и предложил мне сделать вот такое соревнование, побить время легендарного гонщика, молодого гонщика Томми Миллера на его корветте и на трассе Лагуна Сега. А для тех, кто не знает, кто такой Томми Миллер, я в двух словах объясню. Это американский гонщик, частый победитель Лимана и европейского, и американского. По-моему, 2011 года он победил на европейском Лимане, а 2012, по-моему, на американском. У них тоже есть какая-то там тема такая. Кому интересно, пожалуйста, милости просим Википедию, и там можете все узнать. Ну а для тех, кто не забивает голову, кто такой Томми Миллер, таким я просто скажу. Ну тот, пацан из игры. Да, кстати, что касается настроек, настройки мои вот такие, чтобы все было по чесноку. Я надеюсь, и Томми Миллер с такими же настройками проезжал свой быстрый круг. Значит, вот такая у нас тема, сложность высокая, элита, все отключено, АБС, АПС, стабилизация, повреждение, все включено, траектории нет, информационный дисплей, легкая версия, это будет только у нас передача и скорость. Дальше, что у нас тут? Ну и, собственно, кому интересно, вот такие мои настройки уже непосредственно руля, педалей и вращение рулевого колеса. Итак, значит, смотрим проезд красавчика Тони, его быстрый круг. Ну а, соответственно, за ним будет и мой быстрый круг. Итак, смотрим.
Ух! Итак, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем удачи на виртуальных трассах. Пока-пока.